Преимущество кайловеров – это их регулировка. Только по одной причине. Потому что вы можете опускать или поднимать автомобиль с уровня земли. Ведь вы сами можете отрегулировать настройку, чтобы увеличить высоту, если вы часто ездите по бездорожью. И точно так же, если вы хотите, чтобы ваша поездка имела низкопрофильное преобладание, вы можете настроить их на более низкие настройки. И в результате большинство людей, выбирающие кайловеры на вторичном рынке, считают регулированные из основных причин своего выбора. А более подробнее о кайловерах на моем канале. И не забудьте подписаться, чтобы для вас были доступны все видео без ограничений.